И сегодня мы поговорим о красном корне, или как его еще называют, копеечник. Поддержите наш канал лайком и подпиской. Это позволит нам делать больше интересного контента. Итак, красный корень, применение и полезные свойства. Корни красного корня или копеечника содержат алкалоиды, цитизин, дубильные вещества, флавоноиды, гиперозид, ромнопиранозид, кверцеотина, тритерпеновые сапонины, кумарины, ксантоны, мондиферин. Свойства красного корня. Красный корень обладает противовоспалительным, мочегонным, болеутоляющим, кроветворным, кровоостанавливающим, отхаркивающим действием, стимулирует центральную нервную систему, повышает иммунитет. Катехины красного корня обладают высокой П, витаминной активностью, укрепляют и восстанавливают стенки капилляров. Выводят из организма тяжелые металлы и обладают антиоксидантной активностью, нейтрализуют свободные радикалы. Это объясняет широкое использование красного корня в лечении и профилактике различных заболеваний: простатит, импотенция, аденома предстательной железы, бесплодие, неврологических и сердечно-сосудистых патологий. Растения используют как общеукрепляющее и стимулирующее средство. Применение. Применяется при заболеваниях предстательной железы, мочевого пузыря, при задержке мочи, как стимулирующее средство для снятия усталости, анемии при гинекологических заболеваниях. Копеечник забытый является натуральным, с очень мягким действием половым стимулятором для мужчин, восстанавливающим потенцию. Копеечник забытый имеет ярко выраженное противовоспалительное действие, уменьшает симптомы аденомы простаты, способствует улучшению кровообращения простаты. При аденоме предстательной железы уменьшает явление дизурии, улучшает мочевыведение, способствует полному опорожнению мочевого пузыря, понижает частоту мочеиспускания в ночное время, имеет стимулирующее и укрепляющее воздействие на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы. Не вызывает привыкания при длительном применении, способствует предупреждению различных заболеваний, поддержанию физической активности даже у пожилых людей. Красный корень обладает адаптогенным действием, способствует нормализации гормонального баланса, нарушение которого лежит в основе мастопатии. Красный корень принимают для профилактики развития злокачественных новообразований. В народной медицине отвар красного корня местное население широко использует в качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства, стимулирующего физическую выносливость, принимая как чай. Приобрести настойку красного корня и сухой корень, а также другие товары для здоровья и долголетия, вы можете в нашем интернет-магазине.